Привет, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автомобильных инструментов от компании Hans TK-109, набор на 109 предметов. Hans — тайваньская компания, выпускает профессиональный инструмент, известен во всем мире как качественный инструмент, используется для СТО, автосервисов, также покупают предприятия, ну и автомобилисты. Начнем с упаковки, как всегда. Вот такая вот упаковка идет из картона. Важная информация: здесь комплектация указывается, указывается lifetime, пожизненная гарантия на наборы Hans, на инструмент Hans. С обратной стороны упаковки модельный ряд инструментов есть, которые вы можете подобрать еще дополнительно. И в наборе идет два рабочих квадрата: 1/4 дюйма маленькая трещотка и 1/2 дюйма трещотка большая. И показывается, что сам набор, две крышки отсоединяются друг от друга, то есть используются в тележках инструментальных, ложементы еще называют их. Все это для СТО и автосервиса. Вот такая вот прокладка между крышками идет, качественная довольно, поролоновая, а здесь вы видите, комплектация данного набора еще указывается. Не обычно, как ложится в дешевых наборах, тонкая, которая 20 раза используешь, и она рвется. Здесь она толстая, и сверху еще вот такое вот напыление, или это еще поролон сверху дополнительный. Начнем с трещоток. Две трещотки в наборе. 1/4 дюйма маленькая трещотка и трещотка 1/2 дюйма. Трещотки в наборе 36 зубьев. То есть это большой шаг. Есть реверс, переключение вправо-влево. Трещотки разборные, то есть можно обслужить механизм. Длина трещотки под 1/2 дюйма у нас составляет 270 мм. Рукоятки здесь полностью пластиковые. Есть реверс, я уже показывал, и быстрый сброс головок. Нажали кнопку, быстро отсоединили. Трещотка под 1/4 дюйма, также 36 зубьев, реверс, разборная и быстрый сброс. Рукоятка также идет из пластика. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка пластиковая. И можно подсоединить трещотку, есть отверстие в верхней части. Применяется в наборе. Биты можно подсоединять или головки под 1/4, под маленький квадрат. Ну и также использовать тут удлинители. То есть масса вариантов. Два Т-образных воротка. 1/4 и 1/2. Если снять переходники с них, получаем удлинители. Под 1/4 150 мм, под 1/2 250 мм. Данные переходники, адаптеры, используем так же, как переходник с 3/8 на 1/4. Это у кого есть дополнительная трещотка по 3/8 дюйма. С 3/8 на 1/4 и с 3/8 на 1/2. Вот такое вот универсальное решение. Два кардана под 1/2 и под 1/4. Карданы здесь скреплены заклепками черного цвета, это хромолиденная сталь, они идут усиленные, то есть совершенно нет ни люфтов, очень качественно сделано. Молоток 300-граммовый, длина 300 мм, рукоятка идет ореховая. Три ключа трещоточных на 72 зуба. Размер 17-19, 12-13 и 10-8.
Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Головки длинные. Общее количество 12 штук. Самый маленький у нас размер головок 4 мм шестигранная. Самая большая у нас на 19 мм, 6 граней. Головки короткие. Под 1,2 дюйма ряд и под 1,4. Под 1,4 у нас 13 штук, под 1,2 12 головок. Вернее, под 1,4 13, под 1,2 15 головок идет. Под 1,2 самая маленькая у нас 12 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 246 грамм. То есть она здесь такая увесистая. Под 1,4 дюйма головки маленькие. Самая маленькая 4. И самая большая на 14 мм. Как видите, в наборе Hans головки идут. Нижняя часть у нас матовый цвет. Верхняя часть идет глянцевый. И надпись 32 мм, логотип Hans и код товара по каталогу Hans данной головки 44-00. Головки Torx. 8 головок. По размерам у нас Е10, Е12, Е14, Е16, 18, 20, 22, 24. Самая большая Torx. Все они идут под 1,2 дюйма. Биты. Набор бит 22 штуки под 1,4, то есть под маленький вороток и под маленькую трещотку. Torx профиля крестообразные, шестигранники и шлицевые. То есть биты уже идут с адаптером прессованные. И все подписаны, то есть на кейсе есть надписи, допустим, лежит бита в ячейке, надпись, размер данной биты. Ячейки. Так, верхняя крышка у нас ключи торцевые шарнирные. Идут в комплекте 4 ключа идет. Размеры 10-11, 8-9, 14-15 и 12-13. Пассатижи и кусачки. Длина 165 мм. Рукоятки здесь идут резиновые. Это такой мягкий пластик. Можно там отрезать. Также номера есть по каталогу у кусачек и у пассатижей. Чтобы не повторяться постоянно, каждая единица инструмента в наборе имеет свой номер. По этому номеру вы можете найти, допустим, молоток тот же самый, или любую головку в каталоге Hans. То есть, если потеряли вы, допустим, ключик трещоточный, вот по коду 110-55М, вы можете найти вот такой ключ в каталоге Hans. Есть каталоги бумажного формата, есть электронного. Можете скачать в интернете. То есть это также подтверждает, что у вас набор оригинальный, без подделок, как любят спрашивать у нас покупатели. Отвертки. Общее количество отверток 6 штук. Крестовые у нас 3 и 3 шлицевые отвертки. Отвертки магнитные. С закаленным жалом идут. Рукоятки удобные, очень удобно лежат в руке. И они, когда у вас лежат на столе, не скатываются, потому что есть вот такие вот выемки. То есть поставили на стол, и она у вас зафиксировалась. Hans, надпись на рукоятке, с обратной стороны маркировка отвертки. Ну, сверху идет. И набор ключей. Набор ключей комбинированных, 12 ключей. Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. С комплектацией все.
Теперь кейс. Состоит он из двух частей. Две крышки соединяются металлическими штифтами. Инструмент у нас все прекрасно фиксируется. Только доводите до конца, чтобы щелчок был. Запирается набор на 4 защелки. Защелки пластиковые, красного цвета. Сам кейс идет темно-зеленый. Внутри кейса также есть надпись Hans Tools TK-109. То есть вот такой вот логотип внутри кейса также идет. Ну, говорить о том, что мы нашли здесь какие-то вмятины, следы от литья, то есть неровное литье, такого нет, потому что набор качественно изготовлен. Это профессиональный набор. Что еще? На инструменте защитное покрытие идет. И матовое, и глянцевое. Вот видите, ключ трещоточный, у нас глянцевое покрытие идет. На ключах комбинированных идет матовое покрытие рукоятки. Сам рожок идет глянцевый. Гарантия на инструмент Hans, на наборы пожизненная. Пожизненная, кроме бит. Биты — это расходники, расходный материал, чтобы вы не путали. Так, кейс показал уже 4 защелки. Защелкивается. Сам кейс пластиковый, темно-зеленого цвета. Пластик здесь жесткий, хорошо пружинит. Видите, здесь вот такой вот рисунок. Надпись Hans World Class Tools. По габаритам кейса ширина 56 см. Длина с рукояткой у нас 40. Высота кейса 10 см. Вес самого набора 12 кг. Однозначно рекомендуем к покупке, кому нужен качественный инструмент, не на один день, не на месяц, а на года, чтобы работать. И напоминаю, что в нашем магазине вы получите хорошую скидку на инструмент Hans. Спасибо, до свидания.